Мальчишки и девчонки, а также их родители в субботу в Иванове встречали главного новогоднего гостя – Деда Мороза. В кованой карете, запряженной белой лошадью, он приехал на площадь Пушкина. Естественно, вместе со своей внучкой Снегурочкой. Волшебник привез горожанам праздничное настроение и настоящую зимнюю погоду. Вот погода будет пока хорошая. Немножко потеплее будет, потом опять. Ну, как всегда, будем менять, чтобы не засидеться в одной погоде на всю зиму. Приезд Деда Мороза – это неофициальный старт новогодней суете. Самое время покупать подарки, наряжать елку и ждать чудес. Я считаю, что он нам должен привезти все то, что мы себе и близким желаем. Добра, мира и, конечно, благополучия в каждую семью ивановскую. Ну а мы со стороны администрации постарались сделать так, чтобы эти праздники у нас в городе прошли максимально насыщенно и интересно для людей. Встретиться с Дедом Морозом лично пришли сотни ребят. Одно дело написать письмо, другое – рассказать о своем желании волшебнику лично. Такую возможность никто не хотел упустить. Что он там находится? Я хочу птичку. Это что такое, расскажи? Это говорит птичка, и она поет. Я с детства очень хотела котенка, вот. У меня это мечта, вот, и я очень хочу поухаживать так, чтобы за кем-то, чтобы было не скучно одной с ним. Впрочем, даже те ребята, кто не смогли встретить Деда Мороза, увидеть его еще успеют. В своей резиденции сказочный волшебник будет трудиться над исполнением желаний маленьких ивановцев с 21 по 28 декабря, а также 2 и 3 января. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.